Всем привет! Вы на канале Мама и я. Сегодня мы играем. Да, как вы уже поняли, в этот в Business 2. Короче, Business Simulator 2. Тут произошло обновление, и тут апокалипсис есть. Короче, ну я за 100 триллионов целых. Я не понимаю. Как только вы закончите текущее приключение, отправляетесь на новый. Короче, я не знаю, что, но у меня Lemonade Stand. Почему-то странно очень. Вот он какой. Очень странный это что-то. Вот, короче. Так вот. Давайте. Быстрее. Классным. 85 уровня! 94-й, 97-й, 100-й уровень прокачиваем до максимала. Максимальная! Просто уже бесконечно нажимаю. Чё за 3 секунды? О май гаш, я быстрее её прокачиваю, ребят, серьезно. Ох, у меня уже палец устал. Она еще может больше прокачаться? Короче, я не знаю. Но я просто нажимаю, ребят. Я стараюсь постоянно нажимать. У меня уже рука устает. Давайте. Я каждую секунду клацаю, получается. Ох, 10, 8, 7, 9. О май гад. Короче, клацаю, ребят. О, это такой. Так, быстрее. Я боюсь, что у меня сейчас клавиатура просто сломается. Ну, просто клацаю. Давайте. Надеюсь, на 300 будет еще какое-то обновление моего здания, ребят. Я просто в это надеюсь. Буду надеяться, что это правда. Так, давайте. Давайте. О, геймрейн скоро будет. 10 и 300! 400, наверное. Да, 400, я что-то... Возможно, 400. Давайте. Ну, я вообще быстро. Значит... У нас 56 тысяч. Денег, давайте. Я просто хочу, надо хуже уже работать. Чё, я её не улучшаю? 200 тысяч целых. Короче, ребят, погнали на следующую работу. Тут что-то слишком дорого. Уже становится. То есть на 417 тысяч. Да не. Короче, ребят, я ничего не понимаю. Тут тоже очень дорого, ньюспейпер. Ну почему ты стал таким дорогим? Бля, что-то тут апгрейдеры слишком дорогие. Вам так не кажется? Так, а вот тут сколько? Чит! Короче, 1000 максимально. Х1. Да, вот так вот. Фух. Чё? Новая тут. Новая станция. Чё, в карвоши? Так у нас денег уже не хватает. Давайте просто по-быстрому уничтожаем деньги. Не знаю. Там у нас 3, 25, 26, 27, 2600. 30 тысяч, теперь быстро просто. 3 секунды, 20 тысяч. Чё за 3 секунды? 20 тысяч? Это неплохо. Newspaper. Так.
Что это такое? Есть. Ее улучшим. Во, дело пошло. Вот, теперь я понимаю, оно не слишком дорогое уж. Вот, теперь оно не такое дорогое. Фух. Ой, теперь я не залезу, к сожалению. Блок, блок, блок. Так, ребят, давайте. Так. Прокачивание, ничего, растут два левела. Оно слишком большое. Это огроменное здание. Это супер огроменное здание, ребят. Ну, 100 триллионов, знаете, на самом деле, 100 триллионов, это много. Давайте лучше этот. Давайте. Быстрее. Чё, бэм? Бэм, ты чё? Бьюсинес. Видите, чтоб я ещё купил? Да не, менеджерс. Вот, нанять. Надеет, короче. Ну? Ну, я хочу этим, ну, чё? Получается, нельзя. Во. Мы что, улучшаем просто? О, дело пошло. 14 тысяч, это еще не так уж для меня и много. Так, просто нажимаем, где много. У нас 200. Тут бизнесмен, приходи, пожалуйста. Можно мне пойти к другим их посмотреть? Дома. А, можно. Если можно, ну дайте мне хотя бы посмотреть. Нет! Раз, два, три. Даже не смог посчитать, сколько там платформ. Ну, много, короче, много. А, вот, раз. Ну, это... Я не понимаю, это что, другие серваки там? Это реально другие серваки, получается? Вот там что, другой сервер? Нет. И Хардспи. Лож гемов есть? Будет. Короче. У нас 2 миллиона накопилось, прикиньте. За 0,38 миллисекунд. Прикиньте, это 30. За 38 миллисекунд. Ну, что вы хотели? Так, короче, апгрейдиваем быстрее. Так что я раньше апгрейды не купил? Так, куплено. Так, смотрим, там, увеличивает эффективность метром, так, в три, нету, в четыре хотя бы, в три. Нету ничего больше. Я нету. Серьезно. Не ли он хотя бы ты. О, в их 7 есть. Так, смотри. А дальше что-нибудь есть. Мне кажется. О, 15. Подождите. Три раза. Ах, да. Тревелигион. Ну, кто эти цифры запомнит, объясните. Цифры никто, наверное, не запомнит. Вообще их много, короче, этих цифр. Так, у нас появилось что-то. Менеджерс. Олейк. Короче, если я правильно понимаю, у нас ничего нету. Ой. Извините. Oil Rig Bank? Мьюзе? У нас банка раньше не было. У нас не было. У нас Oil Rig и Шримбот было в конце. Ха. У нас 19 миллионов. Да что я? Фигать. Просто посмотрите на это огромное.
это очень большую огромную. Чего? Он обновился? Вы видели какую-то очень странную желтую дверь? Хм. Вы видели вот сюда куда-то, да? Была. Ладно, короче, поехали в Карлош. Хотя можно и новый этот купить бизнес. Давайте его прокачаем. Ну, по-любому. Мы должны его прокачать. Вош. 70. Ну да, 100 уровень. Хочешь? 100. А чё? Тут же ничего не изменилось. Вы чё? Разрав, вы чё? Тут ничего не изменилось. Вы понимаете, это что тут? Короче, давайте запаркуем как-нибудь. Вот су... Ну, разработчики, сделайте тут какой-нибудь паркур! Прошу! Прошу. На самом деле, с этим апокалипсисом... Зачем создавать апокалипсис? Зачем? Зачем вмешивать бизнес зомби? Не понимаю. И честно, я не понимаю. Честно, реально я не понимаю. Просто не понимаю. Зачем это просто делать? Улучшить в 10 раз. 340. 100 раз. Ага, значит для этого... 433, прикиньте. Не! Не хочется вообще никому это делать. Чё, так вот значит. Давайте быстрее, пока хватает денег. Чё, у меня игра просто лагает от такого. Вы видите, деньги просто прибавляются, отнимаются. Они практически никогда не отнимаются. Видите, вот эти вот цифры. Лемонадсон, чё? У нас 9000, чё? 53, чё? Чё она строчит? Ребят, я взломала игру. Билет, конечно. 15000. А что если мы делаем максимально? Сколько ей надо для максималки? Максимально... 19000, прикиньте, прикиньте, 19000. Ребят, мне кажется, это слишком бизнес. Давайте купим новый бизнес себе, на самом деле. 4000, да это же ерунда уже для меня, на самом деле. Давайте менеджер сразу купим. Менеджера наймем. Нанять. Все нанят. То есть это пиццерия, мама мия! Кушаем, кушаем, короче. Давайте ее. Я взломала этот симулятор! Я в самом здании, прикиньте, я в самом просто здании. Просто в самом здании. Нет, я не могу больше! Блин, давайте я не утожу. Уиху, со скоростью ветра! И покупаем, куплено. Короче, 601. Давайте 1 миллион. А давайте накупим много миллионов. Например, 5 миллионов. Давайте просто подождем на них. 5 миллионов. Там.
Все, 5 миллионов. И что-то изменилось? Ну, просто реально интересно. Изменилось ли что-то? О-хо! Ну, вот это изменение я, конечно, понимаю. Вот это изменение, конечно, уже понимаю, это изменение. Так, сейчас будет за... Нет. Я хочу в 100 раз улучшать. Давайте уже новый бизнес покупать. О, для меня это сейчас мелочи такие. Куплено. Флажу менеджера. Менеджер нанят. Нанять. Уже 10 миллионов. Пончик. Пончик черная. Ох, ребят. Я так быстро. Пончики! Я хочу пончик! Я хочу пончик! Я пончик хочу! Я хочу пончик! Дай мне пончик! Я хочу пончик! Я хочу! Я хочу! Я хочу их! Я хочу пончик! Я хочу! Я хочу его! Я хочу! 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 Нельзя пончики. Почему? Просто не все подписались на канал. Ребят, подпишитесь быстро на канал, и я вам раздам бесплатные пончики. Так, ну погнали улучшать пока. Да-да-да-да-да-да. Ах, тут уже много миллионов. На самом деле, пусть это... А, апгрейд, я что там? О, 10 раз? Это серьезно? А, нет, в 3, в 3, в 3. Да, мне это показалось, извините. Короче, я думаю, надо уже следующую работу покупать. А, это за Робукс, да? О, за Робукс. Жаль. Вообще. Жалко. Должен стоять на воде. Подождите, так. Ваш бизнес должен стоять на воде. А это раньше. Было на английском. Русско-английская игра. Yes, no! Ваш бизнес должен стоять на воде. Yes. Купить. Ой. О, мои гости. И уже на 300 уровней лучше. Ребят, прикиньте. Давай сразу менеджерс нанять. Апгрейдес купить. Инвестор. Нет, это ни за что. Следующий, синего, поехали. Ваш бизнес должен стоять на земле. Там. Yes. Куплено. Сразу нанимаем менеджера. Нанят. 555. Все, короче, у нас сколько? Быстрый стрелочек, что быстро делаем. Так уж. Если будем. Скайприсы. Сильно, а как ты выглядишь? Давайте его быстрее. Чё? А что если в один? Один. Это много все равно на самом деле. Я хочу в 10 на самом деле. Все, короче, понятно. Следующий бизнес. Улрик. Yes. Короче, давайте сейчас купим этого менеджера. Сто миллионов.
уютен. Чё? Один, сколько триллионов? Ребята, я ее никогда не прокачаю, понимаете? Я просто никогда не прокачаю. Это Нили. Вот эта точка! Это крохотулечка. Не, ребят, этот бизнес мне не нужен. Слишком дорогой бизнес. Ну давай. Да, тут же прокачать и что-то совсем. Давайте. Не. Что? Улучшить в 1000. Максимально. Сколько? 170! Ох, май гад. Чё я сейчас вытворяю, ребята? Короче, бизнес. Быстренько все покупаем. Yes, менеджера. Так, менеджерс, нанять. Так, еще апгрейд, купить. Купи нам. Так, и последний, ребят, банчок. Все, да? Купить. Апгрейды. Все купить. Так что? Не. Это не что-то совсем. Так, еще менеджерс мне надо нанять. Все, ребят. Сейчас дело пойдет по маслу. Прокачать только еще надо. Так почему такая дорогая, ребят, прокачка? Точно. Что, если честно, это слишком дорого. 51 минута, понимаете, как дорого для меня сейчас получается. Короче, уже ставьте лайки, пишите комментарии. Что я могу сказать? Вы, наверное, сами это знаете. Короче, ставьте лайки, пишите комментарии. Вы это все сами знаете. Всем пока. Нажимаю!